общем, я решила выйти на прогулку в Дубовый парк. Взяла себе катамаран. Ой! А мы? Привет. Ну, раз вы тут, давайте сделаем sister tag. Неожиданно. Актриса от Бога. Я чувствую себя водителем из Гарри Поттера. Эй, на тормоз! Я буду за рулем. Настя, Саша, мои две родные сестры. Далее, педали. Руль. Чем мы особенно похожи? Носами. У нас у всех супер большие носы. Часто ли вы видитесь? Нет, не очень. Да. Хотелось бы чаще. Девочки, чаще. Саша переехала. Начнем с того, что тут еще Даши не хватает. Даша, хватай сюда. Хватай. У нас есть еще четвертая двоюродная сестра. Даша, она живет в Новосибирске. В общем, Даша, привет. Что теперь задний ход? Давайте как Флинстоны. Угу. Ногами назад, вот так. Часто ли вы брали вещи друг у друга? Вы за них дрались даже? Я убрала пару раз у Саши, но это... Ну, я у тебя брала много. Да, но это уже было цивилизованное время нашей жизни. А Настя с Сашей родные сестры, поэтому... Ну, брали, да. Поэтому брали без конфликтов. Брали иногда без разрешения. Бывало так, что я брала, собиралась в школу, брала Настину кофточку, в подъезде переодевалась в нее, одевала свою куртку и в школу уже приходила в Настину. Первый раз об этом слышу. Какое место в Бишкеке ваше любимое? Дордой! Горы! Место горы, да. Мы завтра идем на горы. Большое место. В горы. Мы идем завтра в горы. Маша говорит... на горы, мы в горы. Маша говорит, я пришла в Дордой и пойду на горы. А надо наоборот. Были ли у вас клички в детстве? Пирожок. В школе, в универе. Да. Не в детстве. У меня нет. Тоже пирожок. Друг с другом, мне кажется, нет, по имени звали, но у нас, да, по отдельности в школе были. Меня звали, наверное, мне сейчас не стоит об этом говорить, потому что это было такое, мне нравится, как они такие, обе, мне тоже надо на свой руль. Меня в школе звали в 7 классе, и я помню, кто были эти люди. Я не злопамятная, но я злая, у меня хорошая память. Меня звали Новозад. Кто теперь из нас Новозад? Поедете ли вы на Иссык-Куль? В этот раз, возможно, нет. С Машей не поедем, а так да. Да, я слишком на маленькое количество... Ну так, мы можем либо поехать на Иссык-Куль, либо пойти на горы. Я больше хочу... В горы. Я больше хочу в горы пойти. Какие у нас общие интересы? Может быть, один сериал или одна музыка? Один сериал. Раз, два, три. Друзья! So no one told you life was gonna be this way. Good job, you love life, в этот момент не надо. Нет. Always stuck in second gear. What hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. I'll be there for you. There for me too. Кто громче храпит? Маша, рассказывай. Вы объединялись все против Паши? Нет. Да мы и сами против Паши никогда не были. Нормальный мальчик. Да, мальчик. Противный, конечно. Да и вообще, дрались ли сестры в детстве? Очень... Я с ними нет, потому что мы не были особо рядом, близко особо, никогда. С тобой дрались. Очень сильно. Я в туалет прятывалась друг другу. Война была. Но... Да. Временами. И временами мы были лучшими подругами, защищали друг друга от родителей, там прикрывали. В основном мы дружили. Друг другу зад. Последний вопрос. Есть ли у нас общая фотография? Мы сегодня утром нашли в старых запасах, в старых архивах нашу общую фотографию, где есть все три мы. Вот она. Это были все наши вопросы. Спасибо большое за внимание.
сестры, у вас есть единственный шанс сейчас сказать что-то на весь интернет. Маша, мы тебя любим! О-о-о! Спасибо. Да, конечно, очень. А ты? Все, давайте теперь меняться местами, потому что я хочу очень быстро доехать до места нашего. У нас же полчаса тебе прошло. У нас есть 2 минуты, чтобы доехать до этого места. Ты хочешь сама поехать? Очень хочу. Готовы? Готовы. Разворачиваемся и не торопимся. Да, просто чуть-чуть назад. Flintstone style. Как вы не видели этот мультик? Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern stone age